Не, ну а чё? Может, он разведёнка? Ты чё, вообще? Всех женихов разобрали, когда они ещё студентами были. Кажется, есть бизнес-план. Это Гоша. Он бизнесмен. Я попал на деньги. Ты минимум на полляма встрел. Кажется, твой бизнес так заканчивался. Хорошая. А это Иван. Он гаишник. Делаем сайт знакомств. Берем друга, которого бросила девушка. Я от тебя ухожу. И создаем объявление. Молодой миллионер из Москвы ищет вторую половинку. Встреча стоит 5000 рублей. Встречу мы с ним организуй. Там уже очередь большая. А так? Завтра к нам миллионер из Москвы приедет. Буду обольщать. Ну, вообще, по правде сказать, кофе у нас не очень. А я варю лучше. Особенно по утрам. Валим отсюда. Сел на место. У вас грудь уплыла. Не здесь, что все озабоченные такие. 30% одиноких женщин. А вы расслабьтесь, девочки. Понятно, кто здесь лучше. Не ссорьтесь, у каждой будет 3 минуты. Эти бабы как с ума посходили. Это, грудь-то спрячь, вещь-то дорогая. Вам нужно жениться. Ты простатью сводничества, слышал? В особо крупном размере. Опять барахлом торгуешь? Обижаешь. Хотя изъяны, конечно, имеются. Друг на продажу. Это мужской туалет.